Президент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Обсуждали сотрудничество между Киевом и Софией. Напомню, в 2018-м Болгария председательствует в Европейском Союзе, поэтому говорили и о подготовке к юбилейному 20-му саммиту Украины и ЕС, который состоится 9 июля нынешнего года в Брюсселе. Принциповая позиция Болгарии, в том числе и на Раде Европейского Союза, в том числе и подчас принятия решений про застосование санкций за невыполнение минских договоренностей с боку Российской Федерации, для нас є надзвичайно важливо. Можу сказати, що 18-й рік є абсолютно особливим в україно-болгарських відносинах, бо цього року ми святкуємо 100-річчя дипломатичних відносин між Україною і Болгарією.